Пошел ты знаешь куда? Вот туда и иди. Это что вообще там за беготня? Наруто, ёптыть, ребят, Наруто. Я сразу его узнал. Не бережешь ты себя. Нихера, что вы творите, ребят, успокоились, быстро. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Dark Souls 2. Ну что ж, я обновил модификацию все же, потому что, как выяснилось, ребята, в старых версиях модификация вылетает, и тут, в общем, я уже немножко потестировал, изменили баланс. Во-первых, что произошло? Повысился дамаг у всех, наверное, мобов, причем значительно, но также они начали получать больше дамага. Кроме того, там, по идее, начали продаваться уже шмотки боссов в Маджуле. Это мы тоже чуть позже проверим. А пока что отправляемся, ребята, куда? Правильно, к грешнице. Она же там впереди нас ждет, секундочку. Это я помню. Приветики. Вон, видали дамаг какой? Чё за фигня вообще? Я тестировал, когда дамаг был меньше у них. Что-то жесть какая-то. Может, типа, это урон такой в спину высокий? Хотя это вроде не Нио. Тут, по идее, такого не должно быть. Охренеть можно. Ну, пошли. В той стороне, подожди-ка, я же умер, да, чуть впереди. Хотя я уже все души потерял все равно. Но это не важно, ладно. Иху! Ой, блин, стоять назад, назад. Да что ж ты будешь делать? Видели? То есть там, я так понимаю, что как мне написали, что дамаг разный у всех этих... Вот что это за фигня? Ну охренеть. Короче, это будет еще сложнее. Просто гораздо сложнее, чем было. Потому что дамаг вырос у врагов как-то слишком сильно. Причем непонятно, от чего зависит их урон. Это же все одинаковые враги, но почему дамаг такой разный? Не совсем понимаю. Ладно, будем разбираться. Так. Или может сначала сходить наверх тогда? Да что ж ты будешь делать? Петрович, открывай. Да пошли вы в жопу, ёптысь. Ну ты чё, ну серьезно что ли? Еще раз, это будет сложно, по всей видимости. Причем чрезмерно сложно, блин. Сейчас, наверное, сразу лучше в две руки взять оружие. Почему? Потому что атаки будут вот такие. Они по площади, тем самым они не будут биться. Мой меч не будет биться. Да какая... Да что... Блин! Ну это жесть. Это будет жопа просто полнейшая, как мне кажется. Дамаг они, конечно, перекосили знатно. Так что скоро будет жопа гореть, чую вообще. Капитально, да? Давай еще разочек. И что-то как-то у меня быстро заканчивается здоровье, вам так не кажется? Давай-ка используем человечность. И еще один самоцвет. Также мне написали, что в скором времени самоцветов много будет не купить. А только ограниченное количество, и цена будет самоцветов сумасшедшая просто. Короче, весело. Бежим. Так, пока нормас идем. Что у нас тут? Я уже подзабыл эту локацию частично. Понятно. Я вспомнил, да? Ага. Ну, допустим, ладно, хорошо. Я забыл про это место, слушайте, забавно. Хороший такой троллинг. Чисто в японском стиле. В первой части, помните, был медальон, который ничего не делал. А многие думали долгое время, какого хрена, зачем он нужен. Пытались разгадать загадку эту. А, так нельзя, да? Самовыпилился, молодец. Продолжайте в том же духе, ребятки. Все.
И вон там наверху еще. Я помню, что вот тут есть где-то призрачная стена. Да? Да-да-да-да. Вот, глянь. Но это еще не все. Должна быть еще одна стена где-то здесь, да? Ну-ка еще раз. Да, нашел. Память меня не подводит. Ну ты что, серьезно, что ли, а? А что-то не дохера ли у тебя здоровье, дружище? Что-то у него здоровье до жопы стало, слушай, это что-то ненормальное. Может, ну его нахрен, а? Ну? Назад. Нужно качать оружие. А, ну конечно, там тебя еще, блядь, не хватало. Да ты что, серьезно, что ли? Да идите колотить, это будет жесть, конечно. Давайте еще раз пробовать, побежал сюда. Заебись. Я на месте. Все, я готов. Ну я там уже погиб пару раз, пока сюда бежал, блин. Все, поехали. Отходим, отходим. Давай назад. И все же шмотки стоит переодеть. Потому что у других шмоток было больше бонусов. Ёптыть, не-не-не-не-не-не-не-не. Тихонечко, давай сюда иди, давай. Опа. Назад. Два. Раз. Ух ты, ёб, нихера себе, это было больно. Ну ты чё, да сука ты такая, а? Ну два удара, ну это жесть. Ладно, сейчас переоденусь, посмотрим, что будет. Очередной дубль, поехали. Что-то сложно, блин. Ну я переоделся, само собой, уже, да? Вы видите. Эх, беги назад срочно. Раз. Два. Пошел в жопу. Все, готов, ну. Да ты чё, да не можешь такого быть. Давай еще раз, ну. Два. Три. Жопу подотри. Давай назад срочно. Два. Херакс. Не торопимся. Самое главное не торопиться. Опа. Опа. Красота. Да ёб твою мать. Что-то не красота ни хрена. Раз. Тихо, давай. Можно лечиться пока что. Пока есть такая возможность. Нет, блин. Так, надо бежать. Я тут очки? Чё за фигня? Алло, это читерство. Да это нечестно, это просто нечестно. Вот сука, а. Ладно, с тобой мы еще разберемся. Стой, блядь, не смей. Давай. А что это было за говно, откуда такой дамаг? Что-то я не понял. Широкое кольцо связи, я забыл, что оно делает. Одну секундочку, ребят, одну секундочку. Широкое кольцо связи, широкое... Вот.
Так, иногда в тяжелых испытаниях лучше положиться на старый. Так, подожди-ка, широкое кольцо, принадлежащее роли исследования. Замедляет поломку снаряжения. Нет, это фигня все. Это нам не нужно. К сожалению, ребята. Ладно. Где мы оказались? Мы оказались тут, все понятно. Но печально, что преследователь исчез, это же нечестно. А вот здесь есть стеночки? Ну-ка. Нет, ребят, к сожалению, нет. Может, он опять появится? Давайте проверим. Нет, ребят, только после того, как я сяду за костер. Ладно, вернемся еще сюда, ничего страшного. Подожди, еще один момент меня беспокоит. Да ёб твою мать! Ну взрывайся уже, чё ты там? Да ёб, откуда он там вылез, сука? Здравствуйте. Там кто-то есть, да? Да, вижу. Есть, успел. Благо успел, а. Лечимся. Что-то самоцветов маловато стало. Вроде пока чисто, но... Тук-тук. Что там говорят? Помоги. Фемиам скептика, ладно. Ну вот там еще, короче, есть какая-то плюха хорошая, насколько я помню, поэтому нужно сейчас поаккуратнее как-то ее забрать, блин. Как это сделать? М? Как кто мне скажет? Ну-ка, кто молодец? Я молодец. Ну, да какого хрена, подожди, почему не получилось? Получилось, да. Ручки помнят, уголь вражды, понятно. Ну это, короче, типа палите на костре, кто не знает, да, и локация становится как на НГ+. И так можно жечь сколько хотите. То есть босс возрождается, все дела, враги становятся сильнее, только на локацию действует. Это можно бить? Это можно бить, но это не мимик. Что не может не радовать. Увядшая закатная трава. А что она делает? Я забыл, секундочку. А то прям ее так положили. Увядшая закатная трава. Угу. Где-нибудь вы ее видите? Вот и я не вижу. Но она есть. Увядшая закатная трава. Вот, сумеречная трава, вот она. Значительно восстанавливает заряды зак... А, все, вспомнил, да, хорошая штука. Если бы я был магом. Ёптать, я понял. Да ты что, серьезно? Да это жопа, конечно. Да, мы тут уже были, но мы ничего не исследовали, потому что, ну, нас как раз таки убили эти твари. Давайте зайдем сюда с другой стороны. О, кое-что упустил здесь, смотрите. Огненная бабочка. Угу. Можно, знаешь, что сделать? Смотри, так вот. Е-ху-ху. Красота. Нифига себе, я прыгаю. Большая душа солдата. А что у нас наверху? Давайте проверим. Мне просто интересно. Где я окажусь? А, я здесь был. Да, понятно. Нам сюда не надо пока что. Я с другой стороны собираюсь все равно заходить. Теперь тут. Давай, знаешь, что, наверное, провернем. Убьем их с расстояния, да? Почему нет? Иди сюда, выходи, не бойся. Я тебя не больно застрелю. Ну уже, кто-нибудь идет? Суки собаки, ну ты представляешь? Придется так нападать, видимо, да? Ну ладно, я готов, в общем-то. Вон собака, уже вижу, еще одна. Секундочку. А что-нибудь здесь есть? Ничего здесь нет. Что-то собака тупит. Это прекрасно. Когда собака тупит, это всегда прекрасно, по-моему, да? Кроме реальной жизни. А, само собой. А, ладно, давай вот так.
Все, побед за мной. Но это все вроде, да, был последний? Нет, там еще один есть. Нет? Нет? Да? Нет. Добрый вечер, дамы и господа. Ни хрена, ваншот! Да что это? Да что за бред вообще? Баланс, мододелы, вы про баланс не слышали, нет? Почему стрел... Это просто, я не знаю, что-то с чем-то. Я решил еще раз попробовать убить преследователя. Давайте пробовать. Да, блядь, стой. Да блять! Вы ты понимаешь, ну сука же, блять! А что, деремся только здесь? Да ты заедрал уже! Перестань бомбить постоянно, сволочь ты такая, а! А теперь, сука, падай! Ну, наконец-таки, охренеть, это было напряженно. Это прям реально было напряженно. Что с него упало? Титанит мерцающий. Ладно, хорошо. Секундочку, давай сделаем вот так вот, наверное, да? Успокою нервы, скажем так, да? Пошли наверх тогда, в таком случае. И попробуем все же зайти с другой немножко стороны. Блин, беги! Сука! Да что такое? И никого здесь нет, только чекпоинт? Удивительно. Стоп, давай потом. Нет, нет, блядь! Назад, быстрее, срочно! Хрясь! Красотища! Наконец-таки, блин. А это открывается, слушай? Да, ключ от подземелья я уже нашел, хорошо. Anybody will miss me.
Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strange, will teach you my spells. Выучить жест, теперь смотри, купить предмет. Можно купить двуручный меч Форлорна и секира Форлорна. Ну давайте, почему нет, пусть будет в коллекции, да? По-моему, меч неплохой, кстати. А что еще есть? Есть капюшон Форлорна, сет полностью Форлорна. Ладно, давайте, почему нет. Так, что еще? Кольцо можно купить с колеблющимся драконом. Не нужно нам это. Красная вода восстанавливает здоровье и заряды заклинаний. Нам пока не нужно это. И можно еще, если что, заклинания. Все они доступны сразу. Это хорошо, но пока не надо. Это не дохера ли дерзкий? А чё, нельзя пройти, что ли? Алло, дай я пройду, дружище. Может, ты как-то отойдешь? Во, наконец-таки, блин. А то жирный там встал, блин, у входа. Вот он и исчез. Давай посмотрим, что дает сет Форлорна. Тут не написано, нужно типа переключать язык на английский, но я не хочу этого делать. Такс, хопа, и вот так вот, хоп. Что он дает? Защиту, атаку повышает, и, видимо, еще повышается, смотри, атака, опять же, восстановление стамины и переносимый вес. Желтая, по-моему, отвечает за переносимый вес. Так. Ага, вот ну как, да, тут закрыто, надо было открывать. Зашибись. И Форлорн, по идее, скоро должен будет напасть на меня. Ну, в этом издании, по крайней мере, так было. Сейчас, одну секундочку, ребят, мне написали, нужно ответить там срочно. Так, продолжаем. Вот только... Что-то мне не нравится, там какой-то странный такой звук был, как будто кто-то по мне стреляет. Неплохо начали, неплохо. И как мне это проходить? Вопрос вот в чем. Потому что там же здоровая херня по центру моста, плюс еще куча этих арбалетчиков. Хорошо, тогда сделаем иначе. Давай спустимся пока что, да? Я что предлагаю? Все же сходить навалять тем самым быстрым ублюдкам. Как они называются? Тени там или как? По-моему, тени называются, да? И сразу можно открыть здесь, если что... Ну, вы поняли, что... Нет! Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Хорошо. Теперь. Я предлагаю сделать вот таким вот образом. Нам вот сюда, смотри. О, нет, стой. Блядь, сука. Нет, блядь, ну так вот что это за херня вообще, Так, ребятки, продолжаем. Я был вынужден прерваться, скажем так. Дела семейные, все дела. Причем прервался так на часов на 5, наверное. Поэтому я слегка забыл, что я там делал, что я хотел сделать. Вопрос, конечно, интересный. Сейчас, секундочку, нужно еще потише сделать звук в наушниках, потому что я ни хрена не слышу, блин. Бежим быстрее. Лечимся. Че он там? Умер? Сейчас, один момент. Все, тишина, наконец-таки. Я думал, я оглохну там на самом-то деле. Итак, где я умер в последний раз? Ну, точно не впереди, где-то в другом месте. Я хотел убить этих самых. Все, я вспомнил, да, ребята? Я хотел убить теней вот этих вот, да, быстрых, которые меня убили уже дважды, суки. Поэтому, короче, надо мстить. Я отомщу, и моя мстя будет страшна, да? Нам сюда. Или не сюда, или сюда. Подожди, что за фигня? Стоп, что-то я не понял. Что-то явно пошло не так, скажу я вам, ребята. А где ж там был спуск? Вы помните? Но точно не здесь. Там находится этот самый, находился, точнее, преследователь. Правильно, я его уже загасил. Отсюда, в принципе, можно добраться до теней, но это будет больно.
Тихонечко, тихонечко. Нет, отсюда нельзя. Подожди, а откуда же я добирался? Слушайте, вообще капец. Во память-то, а. Реально, что-то сильно отвлекся и, блин, как-то потерялся совсем уж. Бывает и хуже, но реже, да? Ладно, давайте разбираться, хорошо. Там можно было как-то спрыгнуть. Правильно? Правильно. Где-то здесь должен быть секретный проход, по-моему. Да? Нет? Где я нашел секретный проход? Он должен быть выше. Правильно, пошли наверх. Сейчас все найдем, ребят. Вот здесь. Все, я вспомнил. Через 10 минут, блин. Теперь нам нужно только спрыгнуть. Но это опять же опасно, опасно, но я попробую. Бумс. Теперь здесь. Вот так вот. А это можно открыть как-нибудь отсюда? Нет, нельзя. А ничего открывать здесь. Так, смотри внимательно. Давай выпьем за любовь. И немножечко, наверное, вот так, да? Все норм, жить будем. Использую аптечку. Теперь тут. Хобанцы. И вот так. Красиво, красиво все было. Все, идем сюда. Да вы чё? Да чё за ваншоты? То есть двойная бомба тупо ваншотит, да? Ну это же бред какой-то на самом деле. Ну я на месте, давайте пытаться еще раз чё. У меня, конечно, есть одна идейка. Не знаю, получится или нет, но можно попробовать, давай. Давай. Есть, получилось. Давайте, суки, поднимайтесь, а. Оу, да, даже так? Хорошо, я вас понял. В жопу получай, сволочь. Сейчас я их так поубиваю, а чё, блин, как по-другому-то? По-другому не получится. Ну как, может получиться, конечно, но... Они, короче, боятся лестниц, да, я так понимаю. Я могу этим воспользоваться. Они как зомби из зомби-ленда, которые боятся лестниц. Это же в том фильме, да? Или это в другом было? Чё-то стамина быстро кончается, блин. Столько вроде бафов, а толку ни хрена нет. Чё там у нас? Пана Е. Теперь ты тоже уже не будешь путешественником, потому что я попал тебе в колено. Так, давай. Опа! Пошел ты знаешь куда? Вот туда иди. Это что вообще там за беготня? Наруто, ёптыть, ребят, Наруто. Я сразу его узнал. Не бережешь ты себя. Нихера, что вы творите, ребят, успокоились, быстро. 2000 years later. По физкультуре, наверное, пятерка у тебя была, да? Наверное, да, слушай, быстро бегал. Тебя, наверное, все время за пивом отправляли. Все? Как комарик покусал? Ну ты что, серьезно? Вот что с ним происходит? Объясните мне, пожалуйста. Что за говно? Ну, наконец-таки, блин, не прошло и 3 лет. Спускаемся, это было чертовски долго. Просто чертовски долго. А можно что-нибудь вставить? А, типа просто нужно вот так вот, да? Херакс и все. Начнем, наверное, отсюда, да? Это ведь не мимик, нет. Костяной посох, допустим. Что-нибудь здесь еще? Это не мимик. Но тут может быть еще ловушка, поэтому булки не расслабляем. Давненько что-то не было видно. Парирующий что-то там щит, по-моему, да? Что у нас тут? Парный клинок, ладно. Что-нибудь еще может быть? Не ломай, не ломай. Да, сосуд души. Но это мне не очень нужно было. То есть я все это время прострадал зря. Потому что ничего путного я так и не нашел. Замечательно, просто замечательно, скажу я вам. А что у нас тут? Давайте хоть здесь посмотрим, может что найдем.
И момент истины. Тут обман, конечно же, как обычно. Призрачная стена впереди, но это старый развод. Знаем мы все. Опа, здрасте. Продолжаем движение. Это все, конечно, замечательно и здорово, но куда я пришел-то в итоге? Не совсем понятно. А, вот сюда? Серьезно? Ладно. Побежали, как раз присядем, наверное, давайте за костер, и можно подойти к кузнецу, отдать ему уголь. А потом просто переместимся и уже пойдем грешнице. Если дойдем до нее, конечно же. Зашибись. Надо было не отдавать. Тут можно еще закалить. Но я это делать не буду. Что у него можно купить? Ну ничего особенного. Стрелы можно купить. Вот такие вот длинные. 28 тысяч. Ну давайте, это тоже купим. Что-нибудь еще может быть? У него есть вот такие вот, ребята, большие осколки титанита. У него их 8. Но... подожди. Усилить оружие. Я могу усилить клинок свой? Да, могу. Это, получается, меч Дранглика. Давайте его усилим, почему нет? Немножко не хватает одного мерцающего титанита. И тогда он будет просто прекрасен. Он сейчас хорош, но он будет вообще прекрасен. Что еще можно делать? Ну, пока хорош, пока... Отправляемся тогда к месту последнего отдыха. Тут же, да, по... Не, нифига не тут. Я перепутал. Сейчас, секундочку, ребят. Все. Я на месте. Погнали. Страдать. Тут что-то я еще и упустил, да? Окаменевшая кость дракона и огненная бомба. Окаменевшая кость, по-моему, это же для прокачки, да? Или я что-то путаю? Ладно, разберемся. Теперь здесь. Смотри, в чем вся проблема. У нас вот там, вон... Враги, которые меня могут просто тупо ваншотнуть. Поэтому давай сделаем, наверное, вот так. Попробую их снять, может получится. Нужно было еще лук улучшить, наверное, да? Почему я сразу этого не сделал? Ну-ка, давай вот так. Хоп. Все, один готов. Сейчас поснимаем потихонечку их. Главное, чтобы они свер... Ух ты, ёб твою мать. Нихера, вот дамаг, понимаешь, отстрел, но это же бред самый натуральный. Ну это перебор какой-то. Вот, например, он оттуда может меня сейчас ваншотнуть просто. Что-то реально переборщили. Тикаем. Ну почти попал, слушай. Почти попал. Меткие суки. Он вернулся обратно, хорошо. Как раз мы сейчас на нем проверим свой клинок прокачанный. Ну. Все. Можно спускаться, в принципе, да? Ну, такой дамаг хороший. Но это против мелких врагов. Давай посмотрим, что у нас тут имеется. Дружище, подходи. Ну хороший дамаг же, хороший. Теперь осталось убежать только от этих тварей. Давай, 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 давай. Там бонфайр в принципе недалеко, так что. Главное не сдохнуть по пути. Ни хрена себе. Все здорово и замечательно, я понял. Нам только вот до сюда добраться. Надеюсь, бонфайр не убрали. Они же таким не занимаются, правильно? Они хорошие, им это дело. Смотри. Оп, и тут нет никого. Хорошо. Стоп. А спуск там, по-моему, с другой стороны есть, да? Сейчас проверим, секунду. Еще я помню, какие-то прикольные плюхи должны быть здесь неподалеку. Их важно не пропустить.
Смотри, вот сейчас здесь спрыгиваем давай. Ю-ху! И идем вот сюда. Нифига. Да ты чё, сука? Ну вот, ну ты понимаешь, ну что это за херня? Я не понимаю, реально, это какой-то бред вообще. С дамагом чушь собачья просто. Вот и пошел ты нахер, понял? Человеческая фигурка, да, это хорошо. Обычный плод. А есть еще необычный, да, по всей видимости? А, ну да, я понял. Это будет сложно. Отступаем. Ёптыть! Вы, суки, откуда пришли? Пьем за любовь. И мир во всем мире, давай. Готовимся. Иди сюда, ну. Стой, стой, стой. Пьем. Ну это будет сложно каждый раз вот так вот, понимаешь, зачищать. Но это же капец какой-то. Там же, по-моему, рядом с грешницей никаких бонфайров нет. По-моему, нет. Можно, конечно, просто забежать и спуститься на лифте, но что-то чую, там не так все просто будет все равно. Там еще вот с другой стороны можно упасть, по идее, да, я уже вижу, только нужно рассчитать расстояние и не разбиться. Но там вроде ничего такого нет. Рассекающий нож, 50 штук. Ну, в принципе, нормально. Теперь мне страшно представить, что меня будет ждать здесь. Ну, все то же самое, да. Ничего хорошего, в смысле. Давай пробежим, попробуем. Может, получится. Ой, ёб, ты тут еще разносторонний часовой. Зашибись вообще. Ёб, беги! Я выжил, я как-то выжил. Быстрее, наверх. Текай. Куда? Куда? Сюда? Я же нашел ключ отсюда, да? Да, ключ от подземелья. Хорошо. Рвем когти. Ну, эти твари, по-моему, были на НГ+, насколько я помню. По-моему, были, да? Тут, короче, в чем прикол? По идее, можно зажечь слева и справа огонь. Но где его добыть, непонятно. По-моему, можно, кстати, бабочками разжечь факел, если я не... Чё не путаю. Давай, наверное, по одному выманивать, да? Отойдем вот на безопасное расстояние. Мне кажется, лучше вот здесь бой принять. Нет, стой, стой, стой. Это было близко. Если бы он не промазал, все, хана. Ну и ту тварь, я думаю, смогу там положить. Да, попробуем. Ну это посерьезнее, слушай. Этот посерьезнее паренек. Там что-то есть. Лучистый самоцвет жизни. Ну, а давай попробуем. По-моему, бабочками все это разжигается, да? Во-первых, можно еще светящегося жука захавать. Да. Давай, наверное, так и сделаем. Почему нет? Должно, по идее, сработать. Но нужно было, наверное, есть перед боссом. Страшно представить, что они уже на грешницу придумали. Эти мододелы чертовы. Но чую, что крови она мне попьет знатно. Не могу отделаться от этого ощущения. Ну все, я готов. Давайте развлекаться. Пожелайте мне удачи.
Но огонь-то горит, да? И сразу фантомы есть, я тебя понял. Ну это будет, блин, сложно, слушай. Это прям будет реально сложно. С двумя фантомами, по идее, ну, в принципе, это можно справиться, если их быстро убить. Ладно, будем пробовать, я пошел. Да ёптыть. Ну ты что, серьезно сейчас? Ну ты представляешь, ну это же жесть, просто жесть. Ладно, давайте еще раз пошел. Тут именно гемор бегать до босса. Надо тех тварей загасить, суки, мешают же, блин. Причем не херово так мешают. Ну вот, ну как она меня достала, эта сучка? Ну что-то разницы в дамаге я особо не увидел, если честно, от этого жука. Не понимаю смысла его. Ну вот понимаешь, ну это жесть. Это будет чертовски сложно. Ну ты понимаешь, надо было в сторону. Да блин, капец, они всю малину гадят. Это просто что-то нереальное. Ну ты чё, ну как, ну не зацепило же, ну нечестно. Ну блядь, да до какого суки, блядь. Да, блядь, пей. Блядь, да какого хуя, сука, блядь, благо... Да, блядь. Ну чё, поехали еще раз, я же не знаю. Тихо, тихо, тихо. Сосредоточься. Да пошли в жопу, блядь. Ну ты понимаешь, ну это вообще беспредел какой-то. Вы чё творите, э? Черти! Ну ёб, да я, блядь, не вижу нихуя. Ну да, молодец, блядь. Ну хоть в жопу ткнул. Опс. Нет, блядь! Сука, какое же напряжение, блядь. Я и думал, что грешница так будет давать просраться-то мне. Ну в этом что-то есть, должен признаться. Хоть жопа горит, но в этом что-то прикольное все же есть. Какой-то свой прикол имеется.
Типа нужно быть пиздец таким внимательным. Бой реально очень напряженный так-то. Тут самое главное ягодички не расслаблять. Тихо. Главное, стамина менеджмент. Есть, получилось! Охренеть, получилось! Ох, суки, вам пиздец, вы же понимаете, да? Что вы, сука, отсюда не уйдете живыми. Ох, сейчас я оторвусь. Как же я сейчас оторвусь-то, ёб твою за ногу. Хо-хо-хо-хо. Нет, стоп, только не те, только не вы. Стойте там, не подходите ко мне. Секундочку, секундочку. Все. Красота. Наконец-таки. Блин, это длилось, по-моему, целую вечность. Но душ дали до усрачки. И это прекрасно, по-моему. Просто прекрасно. Что у нас тут? Пошли посмотрим. Ну, путь в первое DLC, по-моему, не тут, да? Или тут? Или не тут? Или тут? Ароматная ветвь белого, гриб Элизабет. Ну, грипп Элизабет тоже восстанавливает здоровье. Здесь нет ничего. Возвращаемся. Первый главный костер восстановлен. Теперь осталось еще, получается, у нас кто? Гниющий. Потом у нас еще кто? Огненный король. И больше я не помню. Да, я не помню, честно. Пойдем посмотрим, что изменилось. По идее, сеты уже продаются. Да, оружие босса все продается, ребят, как мне сказали. Это, конечно, круто. Коса Нар Альмы, Цестус, круглый щит Бенхарта, имперский щит, темное течение. Кстати, хорошее оружие для ПВП. Я помню, я им активно пользовался одно время. Не знаю, понерфили или нет, но прекрасное было в свое время. Что еще? Смотрите, есть, во-первых, кожаный доспех Кейла, доспех Бенхарта. Ну да, тут все продается, это прекрасно. Но стоит, конечно, до хрена. Но в целом это хорошо. Дальше что у нас? Во-первых, можно купить самоцветов, закупаемся. Это покупаем тоже. Больше купить нельзя, видите, как мне и писали тоже, да. Ограниченное количество. Теперь, что мы делаем теперь? Тут еще можно купить 10 этих жуков, но они нам особо не нужны. Тут пока все. Что-нибудь даст? Хитрая бабка. Теперь тут пойдем посмотрим, знаешь что? Что можно купить у того? Какие сеты у него на продажу есть? Ну, по идее, все тоже. Да, тут сет бабочки есть. Это прекрасно. Грешницы сет. Шлем короля слоновой кости уже продается так рано. Но стоит он просто до усрачки. Охренеть, 288 тысяч, ребята. 288 тысяч, ребята. Ну это, блин, жесть. Но мне кажется, он дает какие-то бонусы, да, хорошие? Раз он столько стоит. Надо будет узнать, если что, купить. Здесь, в принципе, все. Да, да, иди в жопу. Еще один момент меня интересует. Я же не заходил к Кисе.
Привет! Undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Покинуть Ковенант. Ковенанты тут есть, да? Можно посмотреть ранг. Прикольно сделали. Это, по-моему, уже в шкалере добавили. Что у нас тут? Всякие кольца. Поглощает здоровье, снижает урон от падений, врагам проще вас заметить, легче присоединиться к игрокам, выбравших того же бога, и позволяет слышать голоса врагов. Это нам не нужно. Ну ничего особенного нет. Ладно, пока. Что еще? Пойдем прокачаемся, наверное, да? Я предлагаю поднять здоровье и стамину. Обязательно, вот прям, обязательно нужно это сделать. И еще, прежде чем мы это сделаем, я хочу прокачать лук. Потому что лук полезный. Купить? Не, ничего покупать не буду, я куплю у него усилю оружие. Нет? Где там был мой лук? А его улучшить нельзя, мне нужен обломок титанита. А у него продается он? Да? Ну, штук 10, наверное, купим. Этого же достаточно, да, по идее? Усилить? Обломок нужен, ёб твою за ногу, не то. Не осколок, ладно, хрен с ним. Будешь мне должен. Улучшить можно флягу с эстусом? У меня нет осколков. Итак, интеллект, давай до 12, веру, по-моему, до 13, давай и то, и другое до 13. Теперь тут здоровье. Что там у нас? 1500 уже. Стойкость. До 25 давай. И вот так. До 30-ки не дотянули, ну да ладно. Ну и в принципе, знаешь, что еще нам нужно сделать? Нам надо вот здесь открыть новый проход, там, где путь к башне Хейда. Помните, мы разговаривали с... Ну, это я просто рассказываю для тех, кто не в курсе, чтобы вы понимали, да? Разговаривали с одной там обманщицей. Сейчас магия будет, смотрите за руками. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Переместить путь. 2000. Магия. Забавно сделали, конечно. Мне нравится этот момент. Купить предмет. Ну, я все у него выкупил, да, в принципе. Ну, кроме заклинаний, это мне не нужно. Чудес, точнее. Красная вода. Помню эту локацию в бете. Она же была в бете. Вой ее там избегал. Блин, слушайте, это было нечто. На канале есть, кстати, запись. Раритет прям. Прохождение бета-версии Dark Souls 2. Во времена были. Слушай, сейчас сижу, вспоминаю, ностальгирую. Невероятно. Как все изменилось на YouTube с тех пор, конечно. Привет. The dark stirs. I see them. The darkest spark within you. My name is Felgen. I will trade with you what you need. Купить предмет? Да, он со мной теперь торгует. Есть две булавы, колющий меч и щит еще интересный. Щит хаоса. Что еще есть интересного? Есть, предотвращает смерть, но при этом уничтожается. Тоже хорошая штука. Что еще? Временно усиливает тьму оружия в правой руке.
И тут всякие заклинания этим. И, наверное, это колечко стоит выкупить, да? Come again. The dark is always within you. И, наверное, стоит куда-то поставить все это дело. Ну, вместо этого давайте пофигу. Да, прям, блин, помню это место. Столько воспоминаний сразу. Проходил еще, по-моему... По-моему, на PlayStation 3 же, да? Я проходил все это дело. Капец. Столько времени прошло. Ладно, ребят, давайте на этом мы с вами и закончим. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. И подписывайтесь на третий канал, ребята. Там, как будет время, будут выходить ролики про игровую индустрию. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.